Всем привет, меня зовут Мария Мироневич, и вы на канале «Как похудеть». Весна – отличное время для того, чтобы начать свой процесс снижения веса. И, конечно, в этом нам замечательно помогают вкусные, легкие весенние салаты. Сегодня я с вами поделюсь сразу тремя рецептами вкусных, простых салатов, которые помогут вам просто получить достаточное количество клетчатки, витаминов, отлично себя чувствовать и, конечно же, снижать свой вес. Давайте скорее готовить. Как всегда, рецепты все простые, из самых обычных ингредиентов. Начинаем! Половинку красного сладкого лука я нарезаю полукольцами. Следом нарезаю четвертинку китайской или пекинской капусты. Это около 250 граммов. Теперь, когда лук и капусту я уже отправила в салатник, сразу мариную овощи. Я добавляю чайную ложку винного уксуса, столовую ложку растительного нерафинированного ароматного масла и столовую ложку соевого соуса. Теперь это все хорошенечко тщательно перемешиваем, и у нас уже получается необычайно вкусный салат. Кстати, еще одна идея. Обязательно попробуйте сразу замариновать вашу капусту, когда будете готовить любые салаты с пекинской капустой. Так они получаются намного вкуснее. Хоть весна и наступила, маринованные огурчики еще не теряют своей актуальности. Режу тоненькими колечками 200 грамм маринованных огурчиков. Еще у меня есть половинка сладкого красного перца. Разрезаю на три части и потом нарезаю миленькой соломкой. 150 граммов сыра для салата нарезаю мелким кубиком. Огурчики я уже отправила к капусте. Следом добавляю красивый сладкий перчик. Яркие маслины, они у меня мелкие, поэтому не разрезала. И, конечно, добавляю сыр для салата. Салат мы уже заправили, поэтому нам остается просто перемешать. И наш замечательный, легкий, что, кстати, еще немаловажно, быстрый в приготовлении салат готов. Отправляем наш салат на тарелку. Вкус получается насыщенный и богатый благодаря беспроигрышному сочетанию солененьких огурчиков и сладкого перца. Конечно же, маслины и сыр для салата – это тоже очень вкусно. В общем, все самое вкусное и полезное мы с вами собрали в одном салате. Обязательно попробуйте. Ну и, конечно, напишите отзыв. Мне будет очень приятно. Следующий рецепт не просто простой и вкусный, а еще это рецепт, которым поделились подписчики, то есть одна подписчица поделилась. Мы его опробовали в нашей семье, он мне показался очень вкусным. И именно этим рецептом я хочу поделиться с вами. Поэтому обязательно пишите ваши рецепты, какие-то лайфхаки, в общем, все, что вам нравится, помогает в приготовке, при снижении веса. И я буду делиться этим со всем нашим сообществом. Давайте готовить вкусный, простой салат от подписчицы с булгуром. Нам понадобится 250 граммов красного сладкого лука. Нарезаю его тонкими полукольцами. Готовим маринад для лука. Отправляю 1 столовую ложку ароматного масла, 1 столовую ложку соевого соуса, чайную ложку лимонного сока, половину чайной ложки сахара, немного солю и немного перчу для того, чтобы наш салат был пряный. Теперь колечки лука отправляем в наш маринад. И сейчас нужно хорошенько перемешать для того, чтобы весь лук пропитался нашим соусом. Он получится невероятно вкусным. Просто такой лук — это уже очень вкусно. Три томата нарезаю тонкими полукольцами, такими же, как лучок. К луку отправляем нарезанные помидорки, уже очень красиво выглядит. Еще я добавляю 200 грамм предварительно отваренного булгура. И еще добавляю 100 грамм мелко нарубленной зелени, ведь это весенний салат, а в зелени очень много витаминов. Вот такой простой в приготовлении салат. Теперь все тщательно перемешиваем. Благодаря тому, что здесь содержится булгур, салат получается очень вкусным, и его можно использовать как полноценное блюдо, ну или как гарнир к мясу или рыбке. Сочный, сытный, аппетитный и невероятно ароматный салат порадует вас этой весной. Обязательно приготовьте такой салатик и, конечно, жду ваш комментарий. Приятного аппетита! Перед тем, как готовить вкусный салат номер 3, делюсь с вами ссылкой на плейлист «Рецепты при похудении». Там огромнейшее разнообразие, я уверена, вы найдете себе что-то по вкусу и по настроению. Ну а мы с вами будем готовить наш следующий салат. 300 граммов замороженной капусты брокколи я предварительно отварила
в кипящей воде около 3 минут, и сейчас немного их измельчаю. Совсем крупные соцветия для салата нам не нужны. 200 грамм корнишончиков нарезаем тоненькими колечками. Половинку сладкого перчика разрезаю сначала на 4 части, затем нарезаю мелкой соломкой. Приготовим соус для нашего салата. Беру 2 столовые ложки домашнего йогурта. Вы можете взять обычный йогурт без добавок. Добавляю столовую ложку среднеострой горчицы. Добавляю чайную ложку лимонного сока, четвертинку чайной ложки сахара, немного солю и немного перчу. Теперь перемешиваем наш соус до однородности. Собираем наш салат. Первыми отправляю брокколи, следом красный сладкий перчик, кругленькие маринованные огурчики и еще 200 грамм консервированных грибов, которые как отварные, то есть они без уксуса, такие очень нейтральные и вкусные. Щедро поливаем наш салат соусом и, конечно, перемешиваем. Горчичный соус отлично оттеняет нежный вкус брокколи и грибов. Огурчики добавляют пикантности. В общем, это вкуснота. Вам рассказываю, а у самой слюнки текут. Просто посмотрите, какая красота! Эти яркие цвета. Вся весна на нашей тарелке. И это не только красиво, а еще очень-очень вкусно. Обязательно приготовьте и такой салатик, порадуйте вашу семью. Я просто счастлива, что сегодня поделилась с вами такими простыми и вкусными рецептами салатов. Пожалуйста, оцените нашу работу и для весенних салатов поставьте ваш весенний лайк. Нам будет очень приятно и обязательно пишите ваши комментарии, делитесь вашими самыми любимыми рецептами. Они очень выручают, как вы заметили. Кто не подписан, обязательно подписывайтесь на наш канал. Добро пожаловать в наше позитивное сообщество. А вот здесь появятся наши новые, интересные, полезные и обязательно вкусное видео. С вами была весенняя Мария Мироневич. Я желаю всем любви, добра и, конечно, разнообразных и полезных салатов.